Всем привет, с вами ваш Заграндом. На данном видео мы вам покажем, как сделать фундамент тип монолитная плита. В данном выпуске вы увидите все технологические процессы от подготовки участка до заливки самой плиты. Поехали! Для начала нам необходимо произвести изыскание, то есть определить тип грунта на вашем участке и его несущую способность, а также определить, на какой глубине находятся грунтовые воды. После чего мы определяемся с типом плиты, то есть бывает ниже уровня промерзания, это то есть с токальным этажем, и выше уровня промерзания. Первый этап – это подготовка самой площадки, выравнивание поверхности и все необходимые подготовительные работы. Далее укладываем дренажные трубы с уклоном и коммуникацию. Второй этап – это укладка геотекстиля. Геотекстиль укладывается с выпуском от плиты не менее чем на 1 метр. Третий этап – это укладка песка с послойным трамбованием. Делается следующим образом. Укладывается песок, трамбуется первый слой, после чего на него укладывается второй слой и также трамбуется. Нам необходимо выйти на слой в 20 сантиметров. Это оптимально. Но данный слой можно сделать и 10 сантиметров. 10 сантиметров – это минимальное значение для данного слоя. На данном объекте у нас толщина составляет 20 сантиметров. Следующий этап – это засыпка щебня с последующим утрамбованием. Засыпаем первый слой, утрамбовываем, засыпаем второй слой и также утрамбовываем. Толщина должна составлять от 10 до 20 сантиметров. На данном объекте она составляет 20 сантиметров. Важный нюанс. Данный слой нужен тогда, когда у вас грунтовые воды выше, чем 1,5 метра. Если грунтовые воды ниже, чем 1,5 метра, то щебеночное основание не обязательно. Но мы его делать все равно вам рекомендуем. Далее собираем обвартовку для подбетонки, заливаем бетон 50 мм. Важный нюанс. По данной ссылке вы можете перейти на наш сайт, где изложено полностью весь технологический процесс и инструкция, как сделать данный тип фундамента. Поехали дальше. После заливки подбетонки нам необходимо ее выровнять, чтобы неровности не повреждали гидроизоляцию. Далее наносим на подбетонку битумную мастику типа праймер. Потом укладываем гидроизоляцию в два слоя с нахлестом. После укладки первого слоя, второй укладываем под углом относительно первому слою 90 градусов. Тут у нас первый слой – это недорогая гидроизоляция. В качестве второго слоя мы выбрали Технониколь ЭПП 4 мм. Следом укладывается утеплитель марки Пеноплекс фундамент 100 мм. Далее начинаем собирать арматурный каркас. После сборки арматурного каркаса выставляем опалубку ПАУ. Далее выставляем маяки и заливаем бетон В25. Данная плита толщиной 350 мм. Многие скажут, что вы не сделали утепление торца плиты. Утепление торца плиты необходимо делать обязательно. Мы же не сделали, поскольку мы будем делать неразрывную систему утепленной отмостки с углублением. Именно данная отмостка защищает ваш дом на 99%. Инструкцию на данную отмостку вы увидите в дальнейших видео. При строительстве данной монолитной плиты мы используем следующие материалы. Геотекстиль, песок речной мытый, щебень фракции 20-40, бетон для подбетонки B15, обмазочная и рулонная гидроизоляция, пеноплекс фундамент 100 мм, арматура 12 диаметра, бетон для плиты B25.